нихуя, просто он быстрее это все делает. Да, 12 РТ. Спрыгнем с катки. Модель пойдет, есть время? Люль. Лучше спрыгнул. Почти отошел на 3 минуты. Сань, поставь стол. Цикнуть к ним, Сань. На 10 минут свет отключат. Что там с печеньками? А, я печеньки, кстати, не ролил. Я лог 249. Печеньки с рука, кстати говоря, наверное. 16 минут давай ролем. Защитник надо кому-то? Покоритель надо кому-то. Так а нахуй ты тактику не знаешь, зачем писать тогда вообще, блять? Нахуя мне люди, которые не знают тактику? И так по рейду уже. Покоритель. Старфолд. Кто грубил? Никто не грубил. И что-то перепутал. Тебе никто не грубил. Перепутала, извини. Это просто рабочий разговор такой. Не знаю, кто предложил, но тут как бы и так человек 7, наверное, тактику не знают. Поэтому будет еще хуже только. На Синдрулича. Так что как-нибудь в другой раз. Сейчас мы поменяем слакеров. Я предупреждала, ребята, без обид. Типа, до Синдры вы идете, после Синдры откровенные слакеры идут отдыхать. В хорошем смысле слова. Нам просто нужно очень лича убить. Люди-то зайдут какие-то, кроме Аделия? Я спамлю. Видишь, я уже шипы добрала. Да, 2 минуты курить. А за что тебе, я забыл, за что, за пояс или за что там? Не, это мусор. Вот за пояс можно еще дать. За перчи смысла нету. А куда тебе давать? Ты, он у тебя не в гильдии, по-моему. Основа великий князь. А. Я понял, так там 0 ЕП, наверное, должно быть. Адель, поищи, пожалуйста, пару ДД этого хила. Адель, тут? Слышишь меня? Да, да. Угу. Так, давайте дальше там. Завоеватель. Так, паладин. Пускай идут видос в интернете включат и посмотрят тактику. Почему всем все, блядь, на подносе надо подносить, я, блядь, не понимаю. Ну, типа, блядь, сейчас уже, я не знаю, есть ли у них время на это. Надо было это делать. Ну, блядь, я заметил, на этом серве мода такая, блядь. Если тактику не объяснили, рал говно. А ты, блядь, не долбоёб, что ли, посмотреть видео, нахуй, которое идет 5-7 минут, и все, блядь. 12-летней давности. Все нихуя не меняется, одно и то же. Да, разные ситуации бывают. Так, защитника забрал. Еще один завоеватель. Мы 25-ку скрываем почти. И покоритель еще. А на Джайну есть тактика в интернете? Есть.
Ну там нихуя не сложно, ничего нету. Ну, ты, конечно, долбоёб. Ну, это пример просто. Так. Еще раз. Хант и Вар Чинас. Друид. Вот вы втроем конкретно не отдупляете этот самый. Чинас, как у тебя с тактикой на Синдре? От притяжки отбежать не можешь. Вар, ты тут? Хант, то же самое. От глыбы спрятаться надо. Ладно, сейчас я посмотрю. Ну, сдохните, значит, будет минус 100 к роллу сразу. На Синдру и на Лича. Подожди пока. 7-100 делать, если ты не объявлял в этом рейде. Сначала. Чего? Нельзя так делать, если ты не объявлял в начале рейда. Так там... тогда я их кикну просто нахуй, и все. Тоже. Ну, хотя можно. Меня ебет эта хуйня вообще. Что там можно, что нельзя, блядь. Да. Это правило сервиса. Охуй, я просто кикну с рейда нахуй. Хант и свой так, вар, что? Блядь. Подождите, ребят, я уже нервничаю. Что вы обсуждаете? Кого кикать? Я всех предупредила, что те люди, которые откровенно слакают, на Синдру Лича не пойдут. Что еще нужно повторить? Я... Если я сейчас найду нормальный ДД, я поменяю тех, кто давай. Слакает. Все. Короче, Хант, вар мимо. Готовьтесь Долоран портоваться, я с вами не пойду. Габилнар, ты что-то менять будешь? Будешь стараться? Этот вар вернется, который ливнул на минутушу. Так, я тебе поверю, короче. Еще все, поиграем. Ребята, всем спасибо. Тем, кто поиграл, ушел. Я предупреждала, извините. А ты говоришь, вар вернется с какой другой, который на А? Нет, нет, да-да-да-да-да. Написала, что через минуту. Кила, тогда не ищи, если Ордру обещал исправиться. Ищи ДД просто. И один слот оставить под Байера. Ну что, кстати, Байер... Вступать ничего не надо. Скоро будет. Ну, он тут уже ждет. Может, он зайдет в рейд, подамажит, если он тактику знает. Сейчас спрошу. Там код же, если не ошибаюсь. Ну, вряд ли. Я даже, если честно, мне неловко просить. Нет, не буду. А что такого? Не, ну ты не проси, ты спроси. Можешь, ну, хочешь ли помочь? Или можешь? Может, он, может для него это не проблема? Побить Синдру. Не, мы тогда его сразу умирать. Он с платформы нас прыгал. Может, даже тактики не знает. ВДД и Катя. У нас 35 минут. Хоть бы кто подошел, блядь, с гильдии. Вы присту линковали дискорд шипешки, который... Ну, насчет анрола, кстати, хуй знает, я же все разролил. У меня шмота нету. Анрол, байл, выйдет. Чича, что-нибудь заберешь.
А мы так не убьем, а? Мы так бы и убили, если бы нахуй Ордер нахуй ничего не засрал бы. Ладно, это хуйня, сейчас кому-то метки выносить. Послевой не сказал в тот момент, он уже поздно сказал, когда я друг. Я не успел съебаться. Спрашивайте по знакомым, может быть, кто-то хочет на синдру или чё? Люля, ну, блядь, 12 часов ночи, ты хуй кого найдёшь? Ай, блядь, друг, в три часа утра я уже буду спать. И видеть нахуй третий сон. Я максимум тут еще полчаса нахуй до конца, это и все. Так, это кого добрали? Еще кого добрали? Вар. И с фул тактикой. Хорошо, кто там? Ахмат, да. Так, ладно, давайте этот каф. Сейчас дискорд им линкан. Монти ставит. Ну, ткните на шкаф. Ну, хули вы стоите? Вот сейчас я уже начну орать. Рыба, жрите. Хуй знает, что вы там напрягаетесь, нахуй, ну, в этом штабе. Что-то там кто-то нулевый, не нулевый, ну и что, так всегда такое было. Кто-то нулевый, кто-то нет. Вообще не вижу смысла напрягаться. Пошли, все, уже идите, блядь. Хули поделать до конца теперь. И куда вы понабирали, куда я байера дену? Ну, кто-то же там выходить собирался. Да, ну уж лучше оставить челика своего. Ладно, если как если что, этот Starfall слышишь, тебе нужно будет, наверное. Угу. Да я сам выйду, если что. Да? А дамажить, блядь, я буду? Да, Дель, чё к чему? Тут есть люди, которые похуже дамажат, чем ты. Квар, давай сумонись. Вар и Хант, которых добрали, вы в Дискорде поставьте плюс. Ага. Ты шаришь тактику? Плюс-минус. Синдрлич. Эксмат, который. Хорошо. Хант в Дискорде. Худ, что-то там, короче. 1, 2, 3. Друид Хант. Плюс-минус в Дискорде или нет? Друид, знаешь тактику Синдрлич? Окей, Хант тут зашел? Хант. Поставь плюс, если зашел. Окей, тактику знаешь, Синдерлич? Я говорю, ты тактику знаешь на Синдерлича?
Прекрасно. Поставили плюс. Ксмат, куда ты там делся? Релогаешься? Да. Все, давай, заходи и фулбаф давайте по всем. Уже есть. МТ-левичка, на пол на него. Дайте попристую МП-5 вместо кулака. Спасибо. Так, на присутствие. Бля, ну что вы какие засанцы, бля? Каждые 30 секунд ходите в туалет. Просто кто рыбу затыкал сейчас? Кто-нибудь показывает? Еще раз ставлю рыбу, похуй, жрите еще. Этот Габилар тут? Написал 30 секунд, ушел пипи. Ладно, в принципе, он уже это слышал. А еще раз объясняю вновь прибывшим. Здесь вы сдохнуть можете от трех вещей. Первое, на притяжке. На притяжке вставайте ближе к боссу, чтобы было больше времени отбегать. Второе, на бомбах, когда босс взлетает, кидает 5 склепов, встаете вниз лестницы, вот где метки поставлены. Не обязательно метка в метку, просто вниз. И рейндж между собой, примерно как вот эти метки стоят, примерно такой рейндж должен быть, чтобы вы не получили двойной урон. И те люди, которые без меток, тоже от них держите рейндж. Лишние метки нам не нужны, склепы. И третье, на последней фазе все глыбы ставите в кружок, милики оттуда уходите, и когда в сторону, я вам скажу. И самое главное, за каждые глыбы, которые ставите в кружок, вы должны постоять и скинуть стаки таинственной энергии. Если вы хоть одну пропустите, то на вас следующий склеп, если полетит, снесет вам не 15 тысяч, а 30 тысяч, и вы просто сдохнете, и мы вайпнемся. Все, эти три вещи надо исполнить. И тогда мы бьем босса и пойдем быстро РС-ку и целка уже. Ой, Ильича. Готовность. Запускаем. Стоим поближе к боссу, скоро будет притяжка. Беги, малышка, беги! Один. Синие метки над головой. Freedom, поэтому. Синие метки вниз спустились. Между собой рейндж. Вдвоем, втроем не бегайте. Спрятались. Справа близко падает. Сзади на лестнице перебежали. Давай дерево еще лучше, вот. По меткам больше. Справа далеко. Если не видно дерево, вот тебе звездочку поставил ориентироваться. По глыбам больше играйте. Ретрик. Слева близко. Дерево, перебеги звезду. Фулл ДПС по склепам. Будете так хуево играть по склепам, мы будем склепов бить вместо босса. Можно вообще в РБК пойти, блять. Забейте, я задохнусь справа. Не успеете, наверное. 5%. Готовимся, скоро притяжка будет. Убегаем. Ретрик Фридом, не забывай ПДК. Меточки вниз. Синие над головой смотрим. Спустились. Сразу по ним начинайте бить.
Стоит, блядь. Так. Блин. Среднюю не бейте, ребята, что вы делаете? Стопните по средней. Готовьтесь перебегать. Перебегайте за глыбы. Сейчас я это разобью, то что надо. Стоит, дубовку прожми. Ничего, просто кончено. Дерево поднимай, хули пало. Танк? Блэкич, подняй. Дай тебе. Так. Короче, во второй пати друид по графине, да, озарение. Там кто-то дал уже. Ну давай еще. Третьей взлетки, я думаю, не будет, так что давайте играем посильнее. Притяжка будет, скоро готовимся. Так, смотрим, притяжка сейчас будет. Готовимся отбегать. Отбегаем. Первую метку в кружок и сразу разбить. На Барбарос. На фул его держите. Великие ушли. Сразу разбиваем. Следующий туда же. Короче, этот склеп не бейте. Посмотрим, будет ли притяжка или нет. Если не будет, разобьем. Принесем еще туда склеп. Смотрим, может быть притяжка. Не бейте пока. Стойте ровно за склепом, чтобы скидывать стаки. Следующую туда же несите в кружок. Давай этот друид в кружок. Уйдите милики оттуда. На фул захильте его. Да, на следующий походу будет. Ставьте следующую склеп в кружок. Давай в кружок ставь черепок. Сейчас будет на этой глыбе, скорее всего. Все, не бьем склеп этот. После притяжки разобьем. Отбегайте, кого там притянуло. Фул ДПС по склепу разбили. Следующую в кружок неси склеп. На ком там, на присте. Ебать. Так, Блэк Зэк. Эрдру, ресай этого. Друида во второй пати. Кружок, милики отошли в кружок. Сразу разбиваем. Да, это 4 левичка. Сразу разбиваем. Вары захильте. Все, добивайте босса. Все в сторону склепы. Ну, вроде притяжка должна быть. Но в сторону неси черепок. Добивайте триляма. Чармикс. Квантрикс, дай на хп гим. Даю. Там 300 тысяч нормально убили. Сейчас склеп будет на челике. Вынеси с рейда его. Вот на сове разбейте склеп сейчас один. А я убил его нормально. Похуй. Даже маны не кончится. Когда телепортируетесь туда, к личу бежать, там одна валька живая. Не спульте ее, блять. Лучше стойте. Сейчас я прибегу, блять. Пробежим нормально. За рель нам как пройти вальку. Пиздец. Короче, не спульте вальку нахуй. Да, да, да. Сейчас я напишу Байеру. Спасибо. Что, я могу вступить или что, не? Старфолд вступит. Не сказать. Идите, стойте, она сейчас обратно полетит. Ого. Релит уже. Сейчас улетит и можно идти. Ну то если этого. Идти. Если этого не делать, то будет вайп. Старфолд, ты протонулся? Да-да-да-да, можно спадки. С рейда не ливай, ЕП тебе начислят. Нам же на верхний ярус. Да, верхний ярус и там в центр бежать. Ну, если не знаешь... Вы пугаете меня такими вопросами. Да. Сейчас суманем. Старфолд дали. А кто покупатель? Вот этот Немза, да? Да. Сапит, ну ты чё, блядь, 250 раз в ЦЛ габу. Да я в этих этажах, блядь, путаюсь постоянно.
Так, нет, фейль у нас. А, да, на ЕП можно. Поставьте чат, кого присумонить, плюсики. Да не надо, я так сумоню. Да уже тут. Все тут уже. Этот самый... Ставить вам метки танки? Я понял. Так, Лищ вот здесь. Тартик, ты будешь ширкарей держать. Тартик, понимаешь примерно, что такое держать ширкарей? Угу. Так, рейд примерно в ромбике. Милики с личом в звезде. Чуму выносим в кружок. Там будет тартик стоять с шаркарями. Самое главное, слушайте, когда бить валик, когда сбегаться под спину лича и все. Да, можешь уходить, Старфолд. Я тебя кикну, пожалуйста, напомните Акинфелю и Старфолду начислить ЕП. Ага, Акинфелю и Старфолду. Все готовы, запускаю люча. Самое главное, там не забывайте, вальки сейчас быстро летают. Замедление любое, там какое есть у всех классов, используйте. И максимальный ДПС по валькам, чтобы это хилы там, ДД их освобождали максимально быстро. Ой, два танка или у одного? РДД в ромбике. Милики звезде. Да, МТ тот же. Левичка на левичку на пол. Этот. Сука, что-то хотел сказать. Барбарос, давай СС по левичке. А батя по тарте, давай СС. А, в смысле, в ромбике ты ромбик на себя поставил, что ли? Блять, я сейчас уберу. Не, а я думал, ромбик в том. Я убрал. А, все, там назад бежим. Я тупой. Че, да. Чему выносим, да? Да. Да, я просто смотрю, там РДДшники стоят. Эй, ты куда пошел? Че делать? А че мы? Как мы играем? Лич с миликами в звезде. Шаркари старте в кружке. Да. РДД в ромбике. Это ты мне сказал. Пиздец. Вам, блядь, по 10 раз надо повторять. У меня других дел, Савик, много. Да понятно. Извини, что я прослушаю. Да, ничего страшного. Там тело какое-то спрыгнуло, да ладно. Все правильно, он так и должен был. Так, после заражения будет чума. Внимание, выносим в кружок ее, смотрим на ком. Юль, ты сможешь похилить на ход? Знаю, да, сон же вынеси. Сон же выноси. Ты диспелишь, Юля, да? Похилю, да, подиспелю. Хорошо. Хотите, диспельте? Не, диспель. Так, чума 3 секунды, готовимся, смотрим свои дебафы. Желательно, чтобы вы раньше меня заметили, что у вас чума. Вот. Так, на мне чума. Бегу. Так, на тарте еще. Лёдаль. Так, до чумы 7 секунд, 1%. Наверное, не успеет он кинуть чуму. Готовимся бежать на край. Не успел чуму. На край быстренько бежим, рассасываемся здесь на краю. Набираем рейндж. Хорошенько зайдем. По мне Блэкич. Скорее всего, хильте, он лича бьет. Проведи немножко... Куда-то идти. Он же, что ты там делаешь? Выйди оттуда, вообще пизды получишь. Лича. В смысле, нет меня. Главное, под ебало духа не вставайте. Пальте, пожалуйста. Сайленс. Асус. Я не вижу сейчас. Танка, с танком. Потом. Габилар, закидай 3 стака жизни цвета на, скорее всего. Он там стоит в зиме. Все, трэш кончился. Клевичку потом забери, босс. Сейчас обрана нет. Нар, закинь по графине Инер, пожалуйста. Забегаем. И...
пизду, пожалуйста, со своим личом. Ладно, Адель, потом. Не буду. Судачу. Типа вообще мана не хватает мне на тебя. Габилар, нахуй. Этот, Black Z, кресы, дерево. Пинали чай играть? А, там у тебя 10 секунд. Ладно, после заражения. Под... Оскорнения разбежались 5 секунд. Из под валик ушли, с центра ушли. Валик full DPS. Ебать, кто-то в центре прям с корнением. Будем уйти этому. Служи, выходите побыстрее. Сейчас за будет. Спинальчо. Сейчас будет одновременно осквернение с вальками. Стоим по полукругу вот от этого осквернения по железному кольцу вот этому. Милики, скажу, когда выйти. Сначала смотрим, где разольется лужа. Потом бьем вальк, уже бежим бить валик. Валик сразу стан. Милики вышли. Дерево себе инер. Осквернение смотрим на ком. Осквернение отбежали. Фулл ДПС по валькам. Валик, лича к валькам. Станы там. Ромб, застаньте, я в ромбе. Мы тебя быстрее разбиваем. Угу. Все, сейчас сначала будет ускорнение, потом вальки. Из с центра этот. На танке на тебе тоже может быть ускорнение, так что готовься. Ускорнение 7 секунд. Смотрим внимательно. Все, ушли с центра. Милики, танк тоже ушли все. В центре лужа не нужна мне. Захилим заражение. Осквернение прям сказал, сука, уйти с центра, нахуй. Чего непонятного? Лича сюда переведи. Быстрее, к личу подошли. Пизда, вот вам говоришь одно, нихуя не делаете. Валик фулл ДПС. Фулл ДПС по валик, после будем переводить лича. Осквернение скоро будет. Так, что там, 10 секунд. Из-под валик ушли, 5 секунд осквернения. Под валик не налить. Когда там переходка? 3%. Так, все, лича фулл ДПС. Центр уже можешь не вести, на кольцо ставь его. 2%, 1%, край. Будет массакра, отпала. Мастера урна лед. И от левички Т4, давай Т4. Фулл захил. Готовимся зайти на эту хуйню. Все, фул захил даем. Дерево, блять. Ты будешь, сука, смотреть или нет? Пизда, нахуй, ладно. С оставшейся хилой стараемся. Дерево не буду уже поднимать. Лезь ты там, я тебя гим дам. Ставлю тотем, давай гим. Прист, зайди. СДХ? Тоже долбоеб? Ну, чё за хуйня? Лёгся. Может он и на это вылетел. Ну он может еще и вылетел, может он встал. Все, он отвлекся спокойно. Так. Квантрикс, дай на хп гим. Сдал. Так, Холич, сейчас. У нас есть БР, нет? Плюс они тебе рейд такой БР есть. У Шер во второй пати, по-моему, есть. Реснишь приста. СДХ. Две сферы РДД быстро разбить. Быстро, не бежать на них. Холич, приготовься на жатву, даешь гим на хп. Готовься, Холич, давай гим, Холич. Захиливаем Рида. Успели поднять, хорошо. Все, ну Рид там знает, что делать. СДХ, вставай себе собакой ману ресой. Все друиды иннеры в КД отдайте по СДХ один. Можно один по графине и бич резко. Перебежали за личом. Осквернение секунда, под лича не налить. Беги, веди его, хули ты стоишь с ним в центре, львичка. Веди его уже на другой край. Могу гим на ману сдать. Там духи, чего стоите? Пока не надо, перебежали, перебежали за личом. Блять. Какой хер, я слева бежал. Короче, я нахуй. Слева... Все, молчи, блять. Ой, захилим. Да, захилим. Вот, он кастует эту хуйню, уже съебались. Уже бежите, нахуй, хули вы под ним стоите. Осквернение 2 секунды. Слева-справа разлить и к личу сразу двигаемся. Вот. К личу бежим. Все, просто два танка. Два танка хилить. Вот этот. Жни за душ. Даю Геру.
Артика главное не уронить тоже. Так, Квантрикса быстренько что-нибудь кастануть успеем? Успеем, нормально. У тебя что, 4-4, да, Юля? Да. Бежим, осквернение 2 секунды. И бежим за лечом. Уже на ту сторону. Уже вот тут вы должны быть, где левичка бегает. Вот сюда встаем. Жнец душ, левичка, прожимайся. Пару волн в тебя кастану. Зеленкой поймай или чем-нибудь. А тартилы, да? Все, вроде словили. Все, 1% добивайте. Блять, просто повнимательнее. Или вы просто первый раз тут. Что эрдру, что ДЦ. Надеюсь, там две клятвы, блять. Изи. Ну, с первого раза нормально. Так, не расслабляйтесь, сейчас быстренько РС-ку закроем. Если она вам надо вообще, надо или нет? Ну да, можно. У меня на пристейка, да. Ну так, а у кого там твинки еще есть? Пристка, да? У тебя что, твинка нету? Славик, я все-таки предлагаю голосование, типа, кто за РС-ку, тот да, нажмет. Да, так потому что мы понятно. Не имеем права их держать. А, ты имеешь в виду, что конец РТ, типа? А, да. Да, в принципе. Я насчет ТТГ не знаю, почему мне пишут постоянно Void ТТГ, я вообще к ТТГ отношения иметь не хочу никакого. Ну, типа, я не люблю этот инст. Чарки, конечно, это все заебись, но я его не люблю. Я релю то, что я, блядь, 10 лет релю, блядь, вот эту хуйню целка, РС там и все. Ну, КЗС может выйти еще там. Но вот этот ТТГ я не люблю, блядь. Поэтому не думайте, что это я его буду собирать. Когда его там писали, я вообще не помню. На 5, на 6, да, число. Там еще. Там завтра на смене, если что. Юлька на смене. Плюс еще. А, ну да. Короче, если сейчас РС-ку не пойдете, там, я не знаю, ну, вторник, среда остается. Либо мне, ну, мне как бы похуй. Давай я сразу ИП дам, 1250. Кому ты там говорила? Да, да, Фель и этот, Старфолд или как-то так. Старфолд, у него великий князь, вар. Только бы клятва. Есть? Глора. Сука. Судьба. Ой, я печеньку хочу. Как у меня заебал этот лич. Этот, второй кто? Алканфель, да? Алканфель, подожди, да, какой? Да. Фелли Старфолд. Который ДК. А, ему на рогу надо, да? Не-не, наверное, ДК. Я же ДКшник. Короче, писали, что один анрол, ребят, поэтому, скорее всего, какой-то испуг заанролит. Подожди, я еще не синдры понял. Синдры нечего. На кого? Так у тебя этот... Я не могу вкурить. У тебя не в гильдии ДКшник твой? А, подожди. Гильдия. А, просто на 2 ИП нету. Все, нашел. Ну, просто, блядь. Ну все, я накинул, кому ты сказала. Алканфелю и этому. Старфолду. Что там выпало? Ну я навара ему накинул. Падение небес, блять, я понял. Тебе надо Крис Рога? Больше никому, кроме тебя, не надо. Худ Хунтер, тебе нахуя? Нахуя роги. Тебе? Не роги. Вы что гоните, блять? Если он сролил, отдавай, он хан. Это пук? А. Не можем не отдать ему. Я в ахуе, блядь. Ну, чё поделать. Нахуя тебе хант, нахуй? Точно забирай? А то у меня стрим, блядь. Ты ТГ делал? Всё хорошо, ты записан на видео, если чё. Я роги отдаю. Я просто не понимаю, рога в рейде, нахуя тебе на ПВП ролить? Я понимаю, если бы роги не было. Всё, роги отдал. Следующее. Глора. А лёд и анрол на гильдию не сделал. Глора, анрол. Анрол? Анрол и надо башня. Кому-то с гильдии. Конечно, надо, вон львички. На танках. Ну и чё, я анрол кинул, типа всё уже, да? Не знаю. Он там всё равно вон львичка, по-моему, выиграл. Там Ахмат кинул сотку. Что? Ясно, нахуй, хули. Ну я... ладно. Типа Войду. Кажи, Левичка. А чё я? Ну, я кинул, блядь, ещё на автомате.
Ладно, ну я же предупредила, тон ролл. Да я, блядь, думаешь, слышу, блядь. Ну да, конечно. Что-то говорили. Медведька, про... не расстраивайся, с Герой тебя выбьем. Бар, бар выиграл там 100. Не будем никого кидать. Да, спасибо, ребят, всем, кто на Синдрулича присоединился. Так, шторм. А приставской печеньки не было с этого? Ой, вот, вот и выпало. Вот она, печенька приставская. А, это мне не тут. Кто только что выиграл печеньку? Кому отдать? Шторм, вот этот шторм друид. Не тому кинул, да? Ты с этого разролил синдры? Синдры? По-моему, сейчас гляну. А нет, вот лежат у меня часы и эта хуйня. Ты их еще разролил. Так, протоповер тебе вот эту, да, значит. Так, теперь синдры, печенька, еще одна завоеватель. Можем заанролить печеньку, нахуй. Да ебать, там надо же линковать и сразу анрол писать, да? Вон промблер, да. Так, что там? Что-то ты два раза ролл кинул, не пойдет. SDX. Я проебал момент. Сорян. Стой, SDX. Ладно, всем спасибо, всем до завтра. Я так понял, не пойдете на эту, как она называется, на резку. Ну, чужой. Посмотри, осталось отрейдить человек 10. Да, 15. Да, я понял. Так, вот это покоритель. А, или я его кидал уже на ролл, нет? Не кидал. Так. Мне еще одну печеньку надо. Маг, давай обмен. И часы остались. Часы. Этот SDX. Ну ты чё, это? Я такой. В принципе, нормально, но что-то это повнимательнее просто. Да я бы не серьезно ее слева обходил. Я не знаю, как. Да мы с ним ходили уже постоянно в CLK-25. Просто я он что-то слакал сегодня. Мэном своим проходил же этот. Так, часы, часы. Только эрдрушник. Эрдрушник, ты, конечно, отделся. Ну. Подожди, а кто это мне кидает? Пломбир. У меня уже посох есть, мне не нужно, я затупил немного. Пломбир, что ты мне обмен кидаешь? Печень я сролил, подожди. Какую печень? Печеньку, наверное. Ладно, всем спасибо за рейд, давайте. Где ты ее сролил? А, вон 97. SDX, ты тут? Ну-ка, дай-ка мне печеньку обратно. У того челика там, сколько там, 97 у пломбира. Что-то не увидел. Да, да, я вижу. Так, где ты? Давай обмен. А я думаю, какую печеньку, блядь, я только что друидовскую разралил. Сейчас еще... Дерево, ты где? Я тебе часы еще не отдал. Дерево. Дерево, ты тут еще? Дерево. А, ну сейчас я протянусь до ран. А, тебе не надо? Какой посох? Какой еще посох? А, ты это двуручный имеешь в виду, который с ланы? А кому тогда? Эта хуйня вообще никому не надо. Ладно, я понял. Заберу на Эршаму, блядь. А ДЦ дай. ДЦшник, тебе надо вот эти часы? Дух хаст. Может, на хаприста оденешь? С SDX. Ну, я буду не против. Давай. Догнал, что за печенька? Печенька? Ну, которую ты мне в обмен кинул. Я другому престу отдал. Все понял. Ну, давай, без проблем. Портанись, Даларан. Да, сейчас уже. Так. Вот те часы. О, оно очень в тему. Угу.
Нормальные часы. Все.